Ема, больше 1000 лутбоксов. Больше 1000 лутбоксов, сколько тут всего? Миллион, тут много всего интересного. Друзья, сегодня я покажу свои реакции, как я буду выбивать очень много лутбоксов, прям очень много всего, тут прям нереально. Просто очень и очень много лутбоксов. Сегодня постараюсь выбить подписчику на постоянно много скинчиков. Друзья, хочу, чтобы вы меня поддержали. Пожалуйста, прямо сейчас обязательно поставьте лайк, подпишитесь на каналчик. И не забывайте, друзья, что уже сегодня у меня будет стартовать в моем телеграм-канале офигенный розыгрыш. Так что обязательно переходи, ссылочка на телеграм-канал в описании, также в комментариях закрепленном. Заходи, подписывайся, и там ты можешь выиграть себе алмазы. И также можем там с тобой поиграть. Я там создаю комнаты, общаюсь с подписчиками, делюсь всякими прикольными новостями. Все-все-все делаю в своем телеграм-канале. Ссылочка в описании. Ну и не забывайте подписываться на группу ВКонтакте. Там нас уже больше 30 тысяч подписчиков, где-то так. Так что тоже там то много всего интересного. Поехали. Много сразу не будем томить, будем сразу открывать. Друзья мои, попрошу максимально меня поддержать, пожалуйста. Буду открывать сразу все. Не буду по одному открывать, надеюсь, что мне будет упадать. Очень много лутбоксов. Подписчик сегодня мне предоставил возможность выбить. Спасибо тебе большое, что ты мне дал возможность снять, скажем так, этот видеоролик. Это мой подписчик, вот, так что спасибо тебе большое, обнял тебя. Ну и всем, друзья, желаю приятного просмотра. Поехали. Фу. Надеюсь, мне повезет, друзья. Надеюсь, повезет, не знаю. Поехали, крутим, сразу 4. И, пожалуйста, максимально 3 дня, 24, 24, 24. Мало. Нужно что-то на постоянно, друзья. Нужно 3 дня. Блин, маловато. Мне нужно постоянно, пожалуйста. Сделай красиво. 24 часа. Не, маловато. Дробаш. Вот этот дробаш, друзья, очень годный. Реально, очень. А что-то у меня веб-камера так потупливает. Алло, можете ей дать немножко света, как думаете? Дайте немножко света. Вот так вот. Если... Во. Так нормально. Поехали дальше. Открываем. 5 сразу. 24, 3, 24, 24, 24. Блин, а чё так мало? Я думал, он даст много больше. Ему, я думал, он постоянно даст. Ладно, у нас еще лутбокс с пропуска. Офигеть. 7 дней, нормально. 7 дней, это хорошо. 7 дней, хорошо, пойдет. Так, 10 лутбоксов у нас тоже. АК. АКшечки, пожалуйста. АКшечка, выпади нам. Давай. А, АКшечка уже есть у него. Хорошо, МП40. 24 часа, маловато. Если выпадет магический куб, то я разыграю среди подписчиков, разыграю в комментариях, выберу двух победителей, которым задоначу по 200 алмазов. Если выпадет магический куб, сразу говорю. Но пока, не, пока близко его нету. Пока даже... Я думал магический куб, думаю, нифига вам как повезло. Но пока не везет, пока не везет. Пока всякие наборчики, всякие шлемки, всякие не шлемки, вещи всякие падают. Давай, магический куб, потому что магический куб реально очень бомба. Кстати, мне он очень редко, уже давно он мне не падал. О, шапка. Получена редкая вещь. Шапка тоже. Нормально. Но он много накопил, друзья, лутбоксов. Реально очень много. Так, тут тоже ничего нету. Пожалуйста, ну выпади, я тебя очень прошу. Давай, и тут куб магический, да? Рыжий конопатый убил дедушку лопатой. Так, понимаем. Волосы, короче, рыжие выпали. Ладно, хорошо, волос тоже, в принципе, нам пойдут. Ну и купончики тоже, ну, для коллекции купончики, для того... Давай, а, тут опять шляпа. Да, голова. Ну, голова, на самом деле, такая себе. Не очень. Мне нужен набор. Пойдет, набор нормально. Набор, это хорошо. Еда питомца, ну, блин, еда питомца с этих... Да неужели магический куб? Блин, одни головы падают, ема. 7, друзья. Ставьте лайк обязательно, подпишитесь на канал, поставьте колокольчик. 7 лутбоксов, 7. Стартуем. Давай, пожалуйста. А, голова. Понимаю. Не упал, тут ничего такого толкового. Давай, пожалуйста. Тут тоже ничего не упало толкового. А тут выпадет, скорее всего, что-то выпадет должно. Давай, есть. Но. Блин, еще одна шляпа. Вот шляпа, а. Ладно, 100 алмазиков тоже пойдет. Это у нас получается лутбоксы. А, ну ладно, эти открывать не будем, мы тоже не будем. Давайте вот эти вот наборчики. Наборчики пооткрываем. А, тут тоже у него есть, это куплено. Давайте тут посмотрим. Может быть там выпадет что-нибудь интересно постоянно. Так, это у нас тут тоже можем открыть. Тут тоже 300 алмазов пойдет. Давай,
А, у него это есть? А, нет, даже нету СКС, ну, не было, кстати, у него. Так, ну мы должны по-любому что-то выбить на постоянно, друзья. 7 дней пойдет, 7 дней нормально. 24 часа тоже нормально. 3 дня тоже пойдет. 3 дня Тут на постоянно ничего не упало. Так, наборчик, пожалуйста, давай вот прям на изи. На постоянно, ага, конечно. Чтоб что-то выпало на постоянно, не дождетесь. Ну нет, но по-любому что-нибудь-то выбьем. По-любому что-нибудь выбьем должны. Чтобы я что-то не выбил на постоянно, такого быть не может. Что-то мы выбьем по-любому. Так, МП-40 у него есть. Зря открывал, ну ладно, пойдет. Так, давай-давай, быстренько. 2-4 часа. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, Сонечка. Не все открыл. Так, тут-то нам на постоянно тоже ничего не упало. Очень обидно. Очень обидно, на самом деле. Я думаю, что мы хотя бы, ну, 2 скинчика-то выбить должны на постоянно-то, ё-моё. Ничего. Ну, неплохо, на самом деле, пока нам везет очень сильно даже. Так, АК у нас тоже, в принципе, наверное, есть. Да, есть это такое у нас. Так, поехали. МП-40-чек у нас. МП-40, 7 дней. Ну, 7 дней поиграть можно. Так, на булочек, давай, на постоянно, давай. Вай-яй-яй, не повезло. Лафам спас. Есть, я же говорил. Нормально, спасик один есть, чумной доктор. Один скинчик в коллекции у нас есть. Нормально. 3 дня маловато. Давай, поехали, еще АК. АК у нас тоже на постоянно не падает. Эмочка. А, у него есть такая эмочка. Так, Скар такой тоже есть. О, Купидон. Представляете, будет Купидон? Я буду в шоке. Блин, не упал. Если бы упал бы Купидон, я, конечно, был бы немножко в недоразумении. Так, я просто на пробу проверил. Поехали, 2. ФАМАС. 2-4, 7 дней. 7 дней, кстати, это довольно-таки неплохо. 7 дней. Это у нас... О, шляпа. Может, шляпа выпадет? Нет. Вот эта шляпа настоящая. А, тут куплено или что? Нет, тут граника нету. Тут нет граника. И не надо ему граник. О, тут у нас все есть куплено. Дробашек тоже куплен. Это у нас... О, тут у нас... АН-94 у нас нету. Но и не надо. О, навсегда. Давай, эмочка, пожалуйста. Ну, ё-моё, ну ты чё, давай ты мне перед подписчиками, конечно, меня нет, ну, блин. Куплен навсегда, это есть, это тот у нас тоже есть. А нет, в курточке тут нету курточек, так может быть курточку выбьем на постоянно. О, в 2 футболочки выбили, нормально. 2 футболочки, в принципе, тоже неплохо. А чё что-то можно выбить? А, золото, только золото. Ема, сколько много, у меня аж голова заребила. О, Скарчик тоже неплохой. Вот так Скарчик тоже неплохой. 24 часа, маловато на самом деле. На самом деле маловато. Так, дробашки есть, этот есть, давайте. Вот это крутанем. 3 дня маловато. Поехали дальше. Ну пожалуйста, ну выпади что-нибудь на постоянно. Я тебя очень прошу, еще один скинчик. Давай, ну, будь красавчиком. 3 дня мало, мало, братишка, мало. О, АН-ка, у него есть такая? Давайте крутанем. Тут потому что у него нету... Одного скинчика не было, да? Это у него есть, это есть. А этот у него тоже есть. А, нет. Нет, кстати, у него... СКС-а нет, да, у него? А, есть СКС. Блин, на самом деле, давайте крутить все. Мы так замучаемся, на самом деле. О. Тут мы на постоянно что-нибудь можем выбить, кстати, на самом деле. Тут, тут все на время. Все, одежда вся на время. Давайте будем все открывать, потому что, ну, сейчас запутаемся так. Фрагменты тоже откроем. Ема, тут сколько лутбоксов. Просто уйма. 190 лутбоксов. Фрагменты улучшения. Забираем. Забираем тоже. Все, забираем. Наборы забираем. Обменники забираем. Все забираем. Забираем 4. Так, это тоже забираем. Так, сейчас мы дойдем, скорее всего, до... У нас, интересно, еще много лутбоксов, не? Еще лутбоксов много, на самом деле, друзья мои. Еще лутбоксов очень много. Так, давай, открываем. Будем все открывать прям почистую, чтобы, ну, лишний раз не захламлять ему склад. Так, все, да и мне 200, друзья мои, 230. Ой-ой-ой! 230, максималка 100 у нас. Максималку 100 можно открыть. Давай, еще 30-ку закрываем.
Золото, 300 тысяч, друзья, 300 тысяч золота. Кстати, пожалуйста, пишите в комментариях, у кого, сука, золото на аккаунте. У меня там около миллиона. Около миллиона. А, как около миллиона? Что я сказал-то? У меня миллион с чем-то. Уже миллион с чем-то. Так, открываем все лутбоксы, чтобы лишний раз они нам, скажем так, не мешали. Потихонечку, постепенно открываем все, что у нас, что нам падает, скажем так, по очереди. Так, 7 дней, 24 часа, 3 дня. Ну ладно, пойдет. Скарчик у нас тоже получается. Тут у него есть такой. О, а то там что-нибудь выпадет. А, ну да. Тут, ну, как всегда, мне тоже всегда золото падает на самом деле. Золото мне всегда падает. О, набор. А если бы шортики можно? Шортики. Ну, курточка. Точнее, маечка, штанишки. И золотишко. Ну, золотишко, ладно. Золотишко никогда лишним не бывает, потому что у нас в золотых джекпотах там ема по 300 лаки нужно выбить, чтобы себе на постоянно выбить наборчик какой-нибудь. 300 лаки нужно набить себе. О, давай на постоянно. Ну, постоянно что-нибудь выпадет. Давай. Один скинчик, на самом деле, друзья. Один скинчик уже у нас есть. Один скинчик уже есть у нас. Так, давай. Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста, давай. Максимально круто. Давай. Смотрите, вот на постоянно больше ничего подать не хочет. Ну, сейчас выбьем. Сейчас по-любому что-нибудь да выбьем. По-любому. Давай. Главное верить, друзья. Вот согласны? Если вы что-то хотите, скажем так, добиться, вы же в это верите? Верите. Я верю, что мы сейчас что-нибудь на постоянно, ну, выбьем. Ну, 100%. 100%. Пока не падает. Ема, сколько лутбоксов. Вы когда-нибудь видели столько лутбоксов? У кого, кстати, сколько было лутбоксов на аккаунте? Пожалуйста, напишите в комментариях. Очень интересно, какое у вас максимальное, скажем так, количество лутбоксов было. У меня там было около 300, наверное, или 400. Но больше 1000 у меня не было. Это прям, ну, это реально прям фиаско. Очень много. Но пока, на самом деле, нам пока не везет. Пока на постоянно мы не выбиваем. Но один скинчик мы уже на постоянно выбили. Было бы хорошо, хотя, конечно, бы еще там скинчика 2 выбить бы. Ну, тем более, что, с 1000 лутбоксов-то... Есть! ВСС выбили! Очень хорошо. Второй скинчик, друзья. ВСС выбили. ВСС-ка, это нормально. Но тем более, скинчики на постоянно, это же хорошо. Согласны. Уже, скажем так, можно будет и поиграть за какой-то скинчик. Так, ну тут на постоянном ничего не падает. Друзья, не забывайте подписываться на мой Трово, на сайт, где я стримлю. Трово обязательно. Тоже зайдите, подпишитесь, ссылочка в описании. Не забывайте. Там же я с вами могу пообщаться, поиграть. Много чего могу вам с вами там. И, кстати, могу сделать какой-нибудь турнирчик вам прикольненький. Так что не забывайте подписываться на Трово. Тоже хороший стримерский сайт. Там, где Жабка стримит, Данер. Ну, многие, кто из фрифальчиков там стримит. Так что тоже не забудьте подписаться. Ссылочка в комментариях будет закрепленная. Так, но пока два скинчика мы уже имеем, уже хорошо, в принципе, уже немножко на душе поприятнее стало. То, блин, думаю, ну неужели сейчас откроем столько лутбоксов и на постоянно ничего не выпадет? Думаю, такого нет, такого быть не может, чтобы нам на постоянно что-то не упало, да? Согласны, друзья? Ну, кстати, на самом деле очень много влияет, да, еще везучесть аккаунта. А вот кто-то аккаунт везучий, у кого-то везучий, у кого-то невезучий. Так, ема, сколько еще лутбоксов. Друзья, я уже устал, вы не устали? Ема, сколько лутбоксов. Сколько, интересно, он копил эти лутбоксы? Наверное, точно копил, наверное, не один месяц. Точно не один месяц. Ема, сколько лутбоксов. Офигеть. И, честно, я уже устал. Ну, серьезно говорю, я уже устал. А если эмоцию тут можно что-нибудь выбить? А, тут купончики выбить можно. А, интересно, а позови друга тут можно выбить? Позови друга. Или мы их уже прокрутили, кстати. Или мы их уже прокрутили, позови друга. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях. А, вот они. Где они? А, вот они. Сундук. 30 тысяч алмазов можно выбить. Неверный предмет. В смысле неверный предмет? Неверный предмет. Нифига себе, что такое возможно? Неверный предмет. Офигеть, как так? Неверный предмет. Не понял. А, типа он не выбивается, что ли, что? Блин, а так хотелось, на самом деле, повыбивать. Ах, ладно. Я думал, сейчас алмазики мы выбьем, ну, там, так вот. А, это тоже нельзя выбить, что ли?
Сундук, бросок кобры. Странно, почему его нельзя выбить? Очень, на самом деле, печально. Очень, на самом деле. Ноутбоксов очень много. Очень много. Я открываю все максимально. Максимально все открываю. Друзья, вы не устали? 15 минут мы открываем лутбоксы. 15 минут, офигеть. 15 минут. Давай, комнаты. Да, скажи, фиг тебе, не комнаты. О, шут нам падает. 7 дней мало. Так, давайте открываем, чтобы нам не мешалось. Давай, давай, давай. Ну, постоянно что-нибудь, да упади ты. Ё-моё, а почему не падать, не открывать? Неверный предмет, ё-моё. 3 дня, стеночка. Ладно, хорошо, пойдет. Офигеть, ема, сколько тут лутбоксов, у меня уже рука болит, офигеть. О, а можно выбить? Да, не успел сказать, там было 44 тысячи можно было выбить золото. Нормально, на самом деле. На самом деле это, в принципе, даже довольно-таки неплохо выбить столько. О, кстати, эти лутбоксы, вот эти лутбоксы есть. А, ну они такие слабенькие. Они слабенькие, на самом деле. Так, ну тут скинчики тоже у него есть, которые можно выбить. Ладно, постоянно, ну пожалуйста, ну что-нибудь на постоянно, давай, 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 ну не хочет, смотрите, ну вот ни в какую прям, ни в какую. 3 дня, мало. Мало. Мало, 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 огня. Я хочу еще немного больше. Да-да, согласен, друзья, мне только в туалете кричать занято. Спору нет. Спору нет, голос у меня превосходный. Есть! Еще скинчик. М60, нормально. Нормально, изи, уже в третий скинчик. Но я же говорил, что мы выбьем по-любому 3 скинчика, друзья. Мы вот и выбиваем. Так, аук. Или что такое, давай, да, пожалуйста, постоянно что-нибудь. Давай, 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 ну-ну-ну-ну. Ну смотрите, ну ни в какую, ну не дает, ну не дает. Ну... Есть, еще, по 5 выбили, хорошо. 4 скинчика уже, нормально. Нормально. А... Офигенно, непременно, нормально, 4 скинчика, это уже прогресс, друзья, прогресс. Так, Дигл, у него тут есть. Так, ага, тут-то, конечно, у него парафальчик, давай, да парафальчик, ну парафальчик, блин, было бы, конечно, прям жирненько, наверное, было бы, если я еще парафальчик бы выбил бы. Но не судьба, не судьба, не судьба, давай, ладно, еще должны какой-нибудь скинчик, еще должны выбить на постоянно. Давай, пожалуйста, ну не хочет, ну не хочет. Давай, 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 давай. Ну, давай, напоследок выбить что-нибудь. Еще, дай нам 5-й скинчик на постоянно. И все, мы тебя отстанем, больше крутить не будем. Давай. Есть, есть, Томпсон выбили еще 5-й скинчик. Неплохо, неплохо. Ладно, я пошутил по поводу того, что крутить не будем. Конечно, будем. 5-й скинчик, ема, 5-й скинчик. 5-й скинчик, нормально. Это хорошо. Эмочка тут нету. Давайте сразу докрутим, посмотрим. Может быть, тут еще что-нибудь откроем. Есть! Еще МП5. Еще один 6-й скинчик или 7-й. 7-й скинчик, 7-й скинчик. 7-й скинчик, неплохо. Офигенно. 7-й скинчик, нормально. Так, ну тут что можно выбить? Тут, в принципе, наверное, ничего уже выбить нельзя. Такое самое топовое, наверное, мы уже покрутили. Ну да, самое топовое мы покрутили. Так, давайте посмотрим, сколько у него... наборчиков неоткрытых. Вам интересно? 82 наборчика у него неоткрытых. Тут неплохо. Аккаунт, кстати, друзья, аккаунт, чтобы понимали, донатерский. Очень много тут всего интересного. Очень много. Очень много. Бомбово. Кстати, интересно, он олд или не олд? Я думаю, он не олд. Чего? Гильдия Чернота. Гильдия Чернота. Околок 7. А, ну это фейк. Чернота. В общем, друзья мои, так вот получился у нас видеоролик. Я считаю, бомбовый. Поддержите лайком, пожалуйста, подпишитесь. С вами был Дистори. С вами прощаюсь ненадолго. Не забывайте подписываться на телеграм-канал, на YouTube-канал и на группу ВКонтакте. Всех обнял, всем пока-пока. Вы лучше знаете, друзья мои.